Короче, сделали подготовку небольшую. Будем тестировать подготовку к тому, чтобы вот эту речку Сор нам переехать на этой вот китайской лужпайке. Заднеприводной китайской лужпайке. Пробуем. Они прям здесь очень хорошо, смотри прям. Вот с этой стороны покажи, Гоша. Заведется, нет? Короче, недобрый знак, что из воздухана водичка капает. Надеемся, что мы ошибаемся в наших предположениях. Да, Гош? Да. Ошибаемся, как ты думаешь? Все нормально. Все нормально? Шноркель, да? Работает. Ага. Короче, вот так вот, блин, а. Кто-то будет здесь. Ну-ка, давай посмотрим. Не здесь, давай его, это, вот здесь хомут. А, ты тут? Конечно. Ну, там немного, да? Да, чуть-чуть. Должен ехать вроде. Карбюратор полный. Ой, беда, беда. Давай перевернем его. Короче, свечечку мы выкрутили. Ну-ка, давай посмотрим, что тут. Я не вижу, подожди, я сам на нее смотрю, а в камеру она не попала. Что там, вода? Как ты думаешь? Ну, по-любому. Похоже на то, да? Ну, давай, да, подержи, снимай. Вон, будто. Давай. Есть. Надишка? Да. Давай еще покрутим. Короче, ребята, вы все видели своими собственными глазами. Сейчас будем пытаться заводить. Свечу немножко просушили,
крутили. Хлопухи водали. Не знаю, поедет, правда, не поедет, но завести завелся. Вы представляете, махина какая. Народ, ну в итоге мы до дома его дотащили тросом. Вот. В процессе перетаскивания он завелся, но работает только на холостых. Чуть-чуть газку даешь, все, он глохнет, тухнет. Показываю, что происходит. Работает на холостых, все нормально. Газочек. Чуть больше, правда, 8 дней прошло с того момента, как мы утопили икоту. Сейчас масло слили. Масло сейчас я вам покажу. Вот он. Эмульсия галимая. Прям вот эмульсия. Ну вот смотрите, вот такая вот штука. Я специально на пакет это сделал, чтобы было более наглядно. Вот такая вот эмульсия. Вроде все герметизировали, шноркель вывели воздухан отсюда. Все у нас было герметично. Но мы не учли, что здесь куча трубочек, в том числе вот эта вот трубочка, которая, я так понимаю, воздух забирает дополнительно, что ли, или это сапун какой-то. В итоге он был вот здесь вот и собирал вот этот весь песок, всю вот эту вот водищу. Вот. Также вот эта вот трубочка, которая слив. Ой, блин, не показываю. О, вот эта трубочка. Слив с поплавковой камеры. Она тоже у нас была неучтенная и не выведена наверх. Так что вот поэтому мы имеем то, что имеем. В общем, все это безумие вы видели своими собственными глазами. Икота померла вот этими руками. Вот, я ее начал чинить. До моего вмешательства она еще хоть как-то работала, что-то схватывалась, работала на холостом ходу. Но я начал ее чинить и ее добил. Снял вот это все, снял бензобак, снял карбюратор. В итоге помыл, продул, прочистил его. В итоге она перестала работать. Но самое главное, она перестала схватываться. Видите? Но до этого еще схватывалась. Вот. Я посмотрел на свече, не вижу искры. Я, конечно, такой специалист себе, но новой искры, ой, новой свечи у меня нет, чтобы попробовать. Сейчас оттащу ее в гараж, там все попробую. Но я так думаю, что нужен нам сервис, в котором надо починиться немножко. Масло я поменял, кстати. В котором нам надо починиться. Поэтому ждем предложений от сервисов где-нибудь в округе, поближе. Чтобы было самое главное недорого, качественно, а лучше бесплатно. Всем привет!